Просьба работать качественно, на совесть. Как говорится, не шалтай-болтай. Чтобы было не стыдно за наш труд и чтобы наше место засверкало по весеннему, как сегодняшнее солнышко. Субботник в Звенигороде стартовал в самом центре города, у мемориала Славы, где горит вечный огонь в честь павших в годы Великой Отечественной воинов. Это одно из памятных и святых мест, и оно должно сиять ко Дню Победы. К работам подключился депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Вооружившись специальным ручным поливомоечным оборудованием, тщательно промыл площадь от пыли. Снег сходит, надо приводить город и наши территории в порядок. Впереди майские праздники, поэтому еще 2-3 волны потребуется для того, чтобы тут все убрать и привести, то есть, в надлежащий вид. Территорию для уборки разбили на секторы, за каждый из которых отвечает одна из организаций или общественных движений. Совет ветеранов, партийцы, школьники, студенты из Звенигородского финансово-экономического колледжа. Федор пришел на субботник за компанию с другом. Город должен быть чистым. Мы должны заботиться. Так сказать, ведь где мы живем, должно быть чисто. В субботнике приняли участие около 120 человек. Для уборки им выдали весь необходимый инвентарь, в том числе метлы и лопаты. Территорию освободили от упавших веток, снега и грязи. Я думаю, что вот этот месяц, это и субботники, и не субботники в том числе. Но я думаю, нам надо обязательно сейчас весной навести порядок в нашем округе. А дороги Звенигорода в этот день тщательно со специальным моющим средством отмыли специалисты. Для масштабной уборки дополнительно привлекли 30 дорожных рабочих и технику. У нас задействован 12 единиц техники. Из них 4 поливомоечных машины, 5 тракторов МТЗ для уборки автомобильных дорог, 1 фронтальный погрузчик и 2 самосвала для уборки смета и прилотковых участков дорог. Рабочие также очистили все тротуары, промыли дорожные знаки и 27 остановочных павильонов. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».